Друзья, всем привет! Этот ролик про монтаж тропического душа. Здесь идет ремонт ванной, ну точнее стройка с нуля. Что-то вот поставили ванну, вот поставили смеситель и в нем поставили дефлектор. Извиняюсь, кашель. Вот он уходит в стену от смесителя. Дальше вот в стене, видите, уже замазано цементом, пошла труба на душ. Идет. Это все уже сделано. И вот здесь вот в потолочке, вот такой вот мамкой она выходит на полдюйма. Значит, дальше вот у меня в руках тропический душ с AliExpress. Ссылку вы найдете на него в описании. И сейчас мы его туда подключим. Так, пауза. Так, ну вот, друзья, я его смонтировал с помощью такого козлика, залез туда, вот он стоит уже у нас. Кстати, очень прекрасно смотрится. Ну и давайте пробовать, включаем воду. Так. Значит, это у нас сейчас вот в душе здесь переключатель, тоже продемонстрирую. Смеситель вот сейчас на душ идет, вот он, и вот здесь дефлектор, вот этот верхний, пошло на тропический душ, практически сразу полилось. Так, чуть-чуть его выровнять. Вот смотрим, как он работает. Прекрасно, я считаю. Единственное, что я вот здесь чуть-чуть промахнулся. Он немножко не по центру капает в ванну. Но свое дело делаю. Здесь еще сейчас затянуть, а то он сверху течет. Вот такой вот обзор, ребят. Все, всем спасибо, всем пока. Друзья, ну а вот так светятся светодиоды в этом душе.